привет! Сегодня 24 сентября, продолжается стройка. Сейчас вот мы подготовили оборудование. Здесь уже сделана, видите, направляющая стена, форшахта называется. Здесь располагается наш подрядчик. Вот это оборудование для бентонита. Там, видите, у нас кран. Ну и вот сам, собственно, участок. Ну вот, котлован у нас уже в работе. Там, видите, наткнулись на какой-то бутобетон. Но он вроде без армирования. Вроде бы получается его сломать экскаватором. Сейчас мы делаем пробный запуск вот этого прибора, который будет снимать весь строительный процесс по ходу стройки.